суббота, 7:40 утра. Это шанс попасть в пустой бассейн. Или наоборот, сейчас будет полный детей. А погодка сегодня дождливая. Да, лежаки сегодня не понадобятся, но... Понеслась. Не знаю, наверное, сегодня будем без пузырьков. Старый добрый бассейн. Погнали. Чему меня за год научила Канада, так это правило work hard, play hard. Это вот про Северную Америку. 10-часовой рабочий день, с понедельника по пятницу. Приходишь полумертвый домой. Утром что-то успел сделать еле-еле. Значит, на выходных надо оторваться на 350%. Ну и впитать всю специфику этого крутого города. Поэтому... раз в 2-3 недели я езжу на стрижку именно на метро. Потому что райончик, в котором находится мой барбер Евгений, очень и очень атмосферно покажу. А после метро сразу на автобус. И в автобусах такие штучки висят. И вот смотрите, кто со мной едет. Сонный еще. Да, там окошки и такие вот домики. Прикольно, прикольно. Кстати, автобус пустой. Вот за это я люблю в субботу с утра на нем кататься. GTA 4 узнаете? Райончик тут просто вообще именно такой. О, ай, блядь, зачем же ты меня облил, подлюка? Тут очень прикольно. Прям прикольно-прикольно. И атмосферненько. Эта улица очень прикольная. Ну, если вам атмосферы не хватает, можно добавить. Ведь один магазинчик прикольнее другого. Всякие тортики. Короче, много всего. Ой, а вот барбер, но это не наш барбер. Мы идем в другом. Выпечка. Барбер Евгений, чем вы занимаетесь в свободное от работы время? А так мы уже открыты. Понеслась. Hey, neighbor. Oh, hi, America. What's with the decorations? It's Canada Day. Canada Day? Kind of like July 4th for you guys. We got eagles and freedom and KFC. What do you have to celebrate? Did you just say...